Сейчас мы находимся в Крусткалне. Это сразу за Южным мостом. И здесь мы установили вот такую горелку Ferroli SOMPA-7. Вот. Сейчас я вам показывал температурный комнатный датчик, по которому идет настройка по всему дому. Вот здесь у нас бункер для гранул. То есть вот они гранулы, 6-миллиметровые, 6×35. Вот. И подставочка, чтобы можно было использовать и 8-миллиметровые гранулы. Плюс мы ее увеличили на 10 сантиметров, эту подставку. То есть на 40 сантиметров. Почему? Потому что вот здесь вот есть такой постамент. А для чего это увеличивается? Горелка хорошо работает, когда между концом патрубка шнека до начала патрубка горелки вот это расстояние 60 сантиметров. Тогда она хорошо оптимально работает. Ну вот сейчас, куда-то я отступил, 61 градус мы видим, да, то есть третья ступень, и с правой стороны такая палочка, это говорит о том, что фоторезистор видит пламя. Ну и как это работает, то есть сейчас я вам покажу. Вот такое пламя, это скотлон Viadrus U22. Так, ну вот вроде вот так. Здесь уже была действующая система. То есть здесь сейчас сработал модуляционный режим, так как стоял на 70 градусов, то на 61 горелка переходит с третьей ступени на первую и смотрит температуру. Когда опустится она минус 4 градуса, примерно 57 будет, тогда она опять включит вторую, третью, четвертую или пятую ступень в зависимости от установочных, ну, установленной мощности. Вот. А на 70 градусов тогда, если на первой ступени она все-таки дойдет до 70 градусов, она просто выключится. А так она сейчас ждет команду от температурного комнатного датчика Siemens. Вот этого. Вот этот треугольничек говорит о том, что горелка должна работать. Установлено 20,5, а это сколько в этом помещении? 20 градусов. Все, благодарю. Тогда буду рад проконсультировать, если у кого-то какие-то вопросы есть.